Юрий Михайлович, впереди дерби с ЦСКА. Чего мы от него ждем? Ну, во-первых, очень интересную игру. Во-вторых, игру, которая будет нацелена на результат как с нашей стороны, так и со стороны команды ЦСКА. Если вспомнить предыдущий матч, матч первого круга, то с него началась череда побед над командами, которые принято считать топ-командами. Это какой-то дополнительный мотиватор для «Локомотива»? Да нет, никакого дополнительного мотиватора нет. Просто мы пытались ту игру, как бы, знаете, отыграться за то поражение, которое они нанесли нам в предыдущем сезоне. Ну, получилось. А сейчас игра совершенно в другом статусе. Мы уже в качестве лидера идем. И, наверное, у них будет такая, больше такое реваншистское настроение. Так что думаю, что игра будет, как говорится, от ножа с обоих сторон. Обе команды провели лигоевропейский, лигочемпионский матч, соответственно. Насколько вот этот день, который был у ЦСКА в запасе, может повлиять на физическую готовность к матчу? Честно, я не могу сказать, насколько. Естественно, они будут, может быть, немножко посвежее. Но, с другой стороны, мы уже играли так через два дня на третий. И сыграли, по-моему, у кого-то выиграли. Я не могу точно сказать, у кого. Ну, и потом, единственное, что у них более эмоциональное как-то... Лучше, что ли, они все-таки победили и показали игру, которая такой, ну, радует болельщиков ЦСКА. Так что, насколько повлияет, не знаю. Насколько мы будем злее после поражения в Лиге Европы? И вот это может сказаться на итоговом результате матча? Ну, ребят, конечно, не железные. Это они люди, они, естественно, будут переживать и достаточно... Серьезно переживать потом, у нас предстоит разбор этой игры. Даже, да нет, наверное, какой разбор? Ну, наверное, они сами все это переварят. Не знаю, я как-то не хотел бы даже на эту тему, вот это как бы... Не могу, в общем, сказать. Не могу ответить, вот так буду. Не могу не спросить про Эдера и Гильерми, насколько вероятно их появление в дерби? Сейчас врачи там смотрят, колдуют. Ну, если что-то такое сделают, то, может быть, и выйдут. Пока ответить не могу. Ну и дерби – это всегда переполненные трибуны стадиона. Насколько вот поддержка болельщиков, которые есть в последнем матче, команду мотивирует? О, вы знаете, это было бы вообще за гранью удовольствия, как бы, может, если бы болельщики пришли и заполнили наш стадион. Вот то те ребята, которые приезжали в Питер, они настроили нас на игру уже с момента отъезда от отеля, если вы помните. И сегодня мы расстроили, вернее, не сегодня, а вообще расстроили игрой в Лиге Европы, но постараемся реабилитироваться в матче с ЦСКА. И просто хотелось бы увидеть наш стадион наконец-то заполненным. Просто приглашаю всех. Игра будет хорошая.